К другим новостям. В марте этого года профессиональным образовательным организациям Ямала будет дана независимая экспертная оценка. Результатом исследования станет рейтинг учебных заведений. По информации окружного департамента образования, независимой оценке подвергнутся многопрофильные колледжи и их филиалы, в том числе филиал Ямальского колледжа в городе Лабытнанги. Эксперты оценят открытость и доступность информации об учебных заведениях, комфортность условий, доброжелательность, вежливость, компетентность работников и удовлетворенность студентов качеством обучения. Сегодня показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности, еще изучаются и обсуждаются членами общественного совета при окружном департаменте образования.